Другим темам. Боевики в Алеппо все-таки применили отравляющие вещества. Хлор и белый фосфор. Это подтвердили эксперты российского Минобороны. Они провели экспресс-идентификацию 9 проб фрагментов мин, грунта из воронок и места падения мин. Сейчас сбор доказательств продолжается. Все документы Россия направит в ООН. Москва приглашала организацию по запрещению химического оружия к совместной работе. Но до сих пор в Алеппо эксперты от этой организации не прибыли.